Мы на станции Шимла, столица штата Химачал-Прадеш, по которому у нас было очень интересное путешествие, начиная с Кангры, Дарамсалы, потом у нас был Палампур, Олд-Манали, Вашишт, Нагар, съездили на перевал. В общем, много интересных мест было. А вот сейчас мы будем путешествовать на поезде в город Калку. Он идет из Шимлы. Этот поезд еще называют Toy Train, игрушечный поезд. Вот. Он будет идти через 106 туннелей и 88 мостов. Главное, чтобы была хорошая погода, не такая, как сейчас. Вот мы сидим в облаке на высоте 2200, и поезд будет спускаться на высоту 650 метров. В общем, такое у нас интересное путешествие будет. Лена со всем нашим скарбом. Ждем поезд. На станцию подают наш поезд. Вот такого примерно вида он. Это будет наш вагон FC2 Калка-Шимла. Вагоновозатый. И наш тепловоз. I'm fine. Наш поезд с Шимлы в Калку отправляется. Окей. До свидания, Шимла. Путь. Огромные деодары. Thank you.
Это Саммерхилл. И обезьяны встречают нас. Семафор. Очередная станция Жуток. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.